Ну а сейчас в Румынию. Там тысячи учителей вновь прошлись маршем по улицам Бухареста. Протестующие собрались перед штаб-квартирой правительства, требовали достойных зарплат и финансирования сферы образования в целом. Это уже четвертый день забастовок. На старте своей карьеры в государственной школе учитель получает почти 480 евро в месяц. Это вдвое меньше средней зарплаты по стране. У меня 31 год опыта работы в сфере образования. При этом я получаю смешную зарплату. Также я профсоюзный лидер и представляю молодых учителей нашей школы, у которых на данный момент еще больше трудностей и больше потребностей, чем у меня. Мы продолжим устраивать всеобщие забастовки, пока не добьемся того, что нам нужно.